следующем году отметит 55-летие Сибайский педагогический колледж. За это время путевку в жизнь получили более 9000 специалистов. В числе выпускников и нынешний директор учебного заведения. Сегодня это ведущий педагогический колледж Зауралья. И в этом плане подготовки будущих педагогов мы считаем, что мы стоим на высоком, на хорошем, высоком уровне. Мы ставим такие задачи, чтобы тот имидж, который был у педагогического колледжа, он только усиливался. Кадры готовят по 6 специальностям. Дошкольное и дополнительное образование, начальная школа, физическая культура, музыка, а также информатика – одно из самых перспективных направлений. Для студентов все самое современное – от методик преподавания до оборудования. Если сравнивать с теми требованиями, которые заложены в наших программах, что должно быть в компьютерных кабинетах, какое оборудование должно присутствовать, с каким программным обеспечением ребята должны работать, чему обучаться, то вот этот необходимый комплект и оборудование, и программного обеспечения у нас имеется. Внедрение информационных технологий – первоочередная задача. Также в числе приоритетов – участие студентов в международных конкурсах и развитие дополнительного образования. Активная позиция преподавателей привлекает студентов. На одно место стабильно претендуют не менее 4 абитуриентов. Зауралье сегодня требуется очень много воспитателей, поэтому есть необходимость, чтобы подготовить будущих специалистов для дошкольных образовательных учреждений. На наше отделение каждый год у нас очень много абитуриентов идут. Очень много. То есть конкурс составляет где-то на одно место 3-4 человека. Ежегодно колледж принимает порядка 170 и выпускает около 130 человек. По статистике, работу по специальности находят более 60%. Наши успехи – это большой кропотливый труд наших преподавателей и воспитатели общежития. Лично мне очень нравится учиться в нашем колледже. Здесь созданы все условия для обучения и развития. В числе педагогов – заслуженные учителя, почетные работники и отличники образования. Больше половины из 60 преподавателей имеют высшую категорию и постоянно повышают собственную квалификацию.